Все, супер. Мы вас слышим. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Меня слышно? То есть... Меня слышно, правильно, Айгерим? А, слышно, все, хорошо, спасибо большое. Меня зовут Ниджар Гасымов, я являюсь селс-менеджером отеля «Гал-Алты». Со мной также параллельно за другими компьютерами в другом офисе сидят наши доктора, Намик Курбанов и доктор Алтай. Вопросы, то есть с коммерческой точки зрения, буду отвечать я, а если детально медицинские вопросы будут, наши доктора в конце презентации или в середине презентации рады будут ответить вам. Я вам, то есть некоторые были на наших презентациях в городах Алматы и Астана, но я начну с самого начала про Гал-Алты. Отель Гал-Алты является частью сети отелей PMD Hospitality. Это самая крупнейшая сеть отелей в Азербайджане. В основном портфель составляет медицинские отели. Это три отеля в Нафталане, который лечит знаменитую нафталановую нефтью. Есть отель, который лечит минеральными водами, это Гал-Алты и Ланкеран, а также резорт-отели и два отеля, которые находятся в городах. Это, то есть, в Баку, это Экселсиор и Бадамдар, то есть вы можете знать, бывший Кемпинский этот отель был, и также один отель в городе Кянча. Наш отель, он был еще работа советского времени, но в отличие от нафталанских отелей, он был закрыт после, то есть, распада Советского Союза, и тут была реновация, то есть отель был построен заново. Это пятизвездочный отель, который был открыт в 2015 году. Отель, если взять регионские отели, то есть самый близкий к Баку, всего лишь час половины езды, в расстоянии это примерно 120 километров, гости, которые приезжают там с Казахстана, с Узбекистана и из других стран, то есть они в основном в Баку приезжают на лечение, и они в Баку не остаются. То есть те люди, которые приезжают, ну, они едут напрямую с аэропорта в отель. В отель, и то есть так как расстояние достаточно близко, у нас медицинский центр в воскресенье, он работает частично, некоторые гости в воскресенье, они возвращаются, то есть могут посетить Баку, вернуться, так как расстояние, оно близко, можно за час добраться в город. То есть в отеле 171 номер, и, как сказала Керим, отель располагается на 700 метров над уровнем моря, это располагается на горе, и гора, то есть отель окружен лесами, и оттуда имеется вид на Каспийское море. То есть от машины до пляжа, с машиной на пляж можно доехать где-то 20-25 минут, и вы уже на пляже. В отеле все, то есть номера, они достаточно большие, 35-40 квадратных метров. Я вам краткую информацию про номера скажу. Иногда бывают гости, что приезжают со своей семьей, двое взрослых, двое детей, то есть они с легкостью могут поместиться в стандартном номере. У каждого номера есть балкон, то есть в номерах также есть диванчик, где спят дети, и мы ставим дополнительную кровать для 74 человек. То есть очень удобно проживать в данном номере, а также... Есть вопрос. А также, то есть для детей, которые приезжают с родителями в медицинский центр, на первом этаже имеется специальный детский центр, когда родители проходят лечение, дети могут отдохнуть в данной зоне. То есть надвигается лето, а в Гал-Алты также помимо медицинского направления, это резорт, гости могут также посетить наш отель, и у нас один из самых лучших инфинити-пулов, то есть гости могут прекрасно совмещать отдых в горах среди леса и инфинити-пул, тем более сейчас приближается сезон, и в конце мая, начало июня мы откроем наш бассейн, также имеется удобство, спа-удобство, есть внутренний бассейн тоже для тех, кто не предпочитает купаться под открытым небом. Самая главная, то есть часть, уникальность нашего отеля – это вода Нафтсу. Нафтсу – это вода нефтяного происхождения, которая по своему составу идентична с водой в Трускавце, это Нафтуси. И главное ее свойство заключается в том, чтобы выведение камней и песка из почек. Секундочку.
В отеле имеется современный двухэтажный медицинский центр, который оборудован современным голландским оборудованием. И в медицинском центре уникальность нашего отеля заключается в том, что он находится прямо на источнике. То есть гости сейчас, во-первых, в Трускавице в связи с политической ситуацией попасть немного сложно, а Европа, некоторые европейские страны для граждан Казахстана и Азербайджана, они требуют шенгенской визы, условия бронирования немного сложны. То есть как альтернатива для Трускавца, это Галалт идеальный вариант. Во-первых, ближе, во-вторых, не требуется виза. И отель расположен на источнике, и обычно при транспортировке воды меняется ее состав, и вода не бывает такой эффективной, поэтому у нас вот мы, это медицинская комната в отеле, где есть экранчики, и при помощи докторов гости наливается вода в нужной температуре, выдается вода в нужной температуре и в нужном объеме. В нужной температуре и в нужном объеме. Лечение в основном направлено на мочеполовую систему, а также есть очень много, большое количество физиотерапии. В конце нашей презентации я вышлю презентацию, а также лист процедур. Айкерим, она с вами поделится. Также есть второстепенное лечение, это эндокринология, а также общий обмен веществ. То есть вода обладает уникальными свойствами, то есть уникальными мочегонными свойствами. Если попить один стакан воды в Галалты, можно, то есть из организма выделяется где-то на 30-40% больше воды, и это улучшает обмен веществ. То есть можно не обязательно приходить с заболеваниями, можно приехать сразу с профилактическими целями и хорошенько отдохнуть. Касательно коммерческой составляющей, я вам дам краткую информацию. На данный момент у нас имеются сезоны, а также три медицинские пакета. Высокий сезон, это считается сезон летом, в эти месяцы, то есть июнь-август, цены заметно выше, чем в зимние месяцы. Три пакета у нас – это базовый, стандартный и интенсивный. До этого, до 2023 года, был всего один пакет стандартный, который содержал все три процедуры. На данный момент базовый пакет, он содержит одну процедуру и консультацию с врачом, но гости могут докупить процедуру на месте. То есть если забронировать базовый пакет и купить одну процедуру, можно после консультации с врачом сделать дополнение в лечении, а также самый идеальный считается это стандартный пакет, который содержит все три процедуры. Есть интенсивный пакет, это для более, как с названия видно, для более интенсивного лечения. Там 5 процедур, но у нас процедуры делятся на две части, которые бесплатные, входят в пакеты, и есть, которые обязательно за них нужно доплачивать. Вот в этот интенсивный пакет включены еще две платные процедуры. Также во время лечения гостям предоставляется лечебная вода Галалты, а также консультация врача. Как происходит процесс? Гости, приезжая в отель, делают бронирование заранее. При заселении в отель никаких санаторно-курортных карт с предыдущего лечения не требуется, но, конечно, предыдущие документы – это плюс для докторов и для вас, чтобы то есть продолжить именно курс лечения. У доктора была более подробная информация. В первый день гости, заезжающие в отель, сдают анализы, консультируются с врачом, и после консультации и анализов уже назначается лечение, и процедуры, советуются те процедуры, которые наиболее больше подходят пациентам. По этой причине, то есть заранее мы не оглашаем, какие процедуры будут назначены при лечении, до тех пор, пока, если заранее гости не предоставят предыдущую историю лечения. Касательно цен, у нас на медицинские пакеты, они очень демократичные, то есть они очень доступны. Например, в низкий сезон на двоих человек за $1200 с трехразовым питанием можно остаться около 10 дней. То есть я вам говорю про стандартный пакет, очень, то есть доступные цены. Касательно, то есть медицинские пакеты, и медицинский пакет в основном период лечения минимум 7 ночей,
Но для, так как гости летят за границы, мы советуем хотя бы остаться 10-14 дней. А в советское время идеальный период лечения был 21 день. То есть где-то 21-24 дня был период лечения. Доктора, медицинский персонал русскоговорящий, то есть нет языкового барьера для гостей, которые приезжают из Казахстана. К сожалению, у нас нет услуги трансфера с аэропорта до отеля, но если вы обратитесь или ваши гости обратятся напрямую в отель, ему закажут такси. У нас транспорт недорогой, то есть за $50 в один конец можно проехать 120-125 километров в наш отель. Касательно питания, во все медицинские пакеты входит трехразовое питание. Шведский стол, там очень богатый шведский стол, и есть также отдельная диетическая секция для всех желающих. В отеле есть отдельный развлекательный центр, бывает живая музыка, то есть гости, которые приезжают на медицинские лечения, они остаются где-то 10-14 дней, поэтому отель тоже старается как можно украсить их, то есть проживание в отеле. На данный момент, то есть я вам так более краткую информацию предоставил о отеле и лечении. Материалы в электронном виде мы вам вышлем по e-mail, а Айкерим вам перешлет. А также, секундочку, я читаю. Противопоказания, я увидел только сейчас, извиняюсь, противопоказания, про них расскажет наш доктор. То есть общее противопоказание – это люди с предыдущей, то есть с малокровием, у кого есть сердечное заболевание, вот эти люди. Но более подробную информацию по противопоказаниям наш доктор Намик расскажет, а также предоставит более подробную информацию, если я что-то не сказал. Есть еще какие-то вопросы есть по коммерческой части, я буду рад ответить. Я вот отвечу на вопрос Нины Зубко. Нина, лечение проводится, то есть не с понедельника, можно вторник тоже заселиться. Работает лаборатория 5 дней в неделю, то есть 5 дней в неделю она работает, можно заселиться в любой день с понедельника по пятницу, чтобы сдать анализы. А медицинский центр, он работает 7 дней в неделю, просто суббота, воскресенье не в такой интенсивности. То есть гости могут прилететь в любой день, в середине недели сдать анализы, на следующий день начать лечение. То есть не обязательно прилетать в понедельник. Вопросов пока что нет. Айкерим, я вас попрошу переключить на нашего доктора, если можно, чтобы он ответил на вопрос по противопоказаниям. Да, хорошо, Анжела, спасибо вам за презентацию. Да, вопросы еще будут, поэтому оставайтесь с нами. Сейчас я присоединю главного врача санатория, который нам подробнее расскажет в медицинском центре. Курортный сбор туристам нужно платить в санатории, спрашивает. У нас курортного сбора нету. Та цена, которая озвучена в контракте, вы платите ее. А касательно контракта, то есть цена, то есть вам предоставляется цена, вы можете их оплатить, то есть напрямую банковским переводом. У нас, к сожалению, нету счета в тенге, но есть счет в рублях и в долларах. То есть можете оплатить, как вам удобно. Можно выехать, то есть там около отеля есть такси. Можно взять такси, поехать в город Баку, а также есть в летнее время, в основном мы проводим туры, в отеле есть туры, то есть они стоят около $10-15 в ближайшие районы, ну, в ближайшие места. Ну и принимающая компания тоже может помочь в организации экскурсии. Ну да, разумеется, разумеется. Так, сейчас я присоединяю коллегу, но... Его нет. Намик, здравствуйте. Здравствуйте. Все, слышно, я вас оставляю. Слышно нас? Алло, слышно, да, наверное?
Значит так, противопоказания можно разделить на две группы. То есть первое противопоказание для лечения водой, и второе противопоказание лечения различными методами физиотерапевтическими. То есть для воды противопоказания в основном недостаточность различных органов и систем. То есть если острая или хроническая сердечно-сосудистая недостаточность, острая недостаточность печени, хроническая недостаточность печени класса B и C по классификации Чайлда, хроническая почечная недостаточность 4-5 стадии и желчно-каменная болезнь. Если там маленький камушек, он может двинуться и может вызвать острые проблемы, механическая желтуха. Вот эти противопоказания в основном для питья воды, то есть не разрешается. Для различных физиотерапевтических методов есть специфические противопоказания для каждого метода. Поэтому мы не можем обобщать это все. У нас различные методы физиотерапевтические, из-за этого я не могу все здесь, как вам сказать, обо всех этих методах, противопоказаниях говорит, но для каждого больного на основании показаний врачом, учитывая противопоказания каждому методу, выбирается лечебная программа. Поэтому я вам рассказал только о противопоказаниях для лечения водой. Я не знаю, это достаточная информация или еще есть какие вопросы. А по поводу работы воскресенья. Да, мы в воскресенье стараемся помогать нашим гостям тем, что они будут получать все процедуры, которые назначены. Даже в воскресенье наш став будет помогать. Но только лаборатория и ультразвук у нас не будет работать в субботу и воскресенье. Что для детей? Каким истишься, мен джавап верим я. Для детей, то есть, есть отдельный развлекательный центр, там есть игровые аппараты, около 10-15 игровых аппаратов, есть боулинг, то есть, в зависимости от возраста детей, есть картинг для детей. Если дети совсем маленькие, то есть, в отеле имеется отдельная комната, она достаточно большая, 40-50 квадратных метров, детская комната, где они там могут поиграть в различные игры, там есть игрушки, то есть есть человек, который то есть, за детьми смотрит. Вот. То есть для детей есть под открытым небом поля, то есть под открытым небом площадки, есть горки, там много чего есть для детей, если честно. То есть у нас никогда комментариев по детей, то есть то, что дети остались недовольны, не были. То есть для детей очень много всего. Когда родители проживают с лечением, то есть дети ими занимаются, и они с легкостью могут лечиться. По поводу лечения детей. Джоффри Бластейс. По поводу лечения детей, значит, в зависимости опять от показаний, то есть зависит от показаний. Например, я говорю, если ребенок с сколиозом, у нас есть очень хорошая массажистка, которая тренировалась именно для массажа таких больных, например, я говорю. То есть опять зависит от показания к лечению. Но в основном физиотерапевтические множество из этих методов, они показаны для детей больше 12 лет, летного возраста. То есть старше 12 лет. Намикаким псориаз бареса да суалвар ашахта. Да, я сейчас вам скажу, то есть у нас в основном мы не лечим кожные заболевания. Для больных с псориазом я бы советовал использовать
нафталановые, то есть направления. Нафталан очень хорошо себя отрекомендовал в этом вопросе. И я помню, даже с Казахстана были люди с псориазом, очень хорошую ремиссию, то есть долгую, где-то на 3 года они получили после лечения с нафталаном. У нас не лечится псориаз. Еще у кого-то... Есть ли еще у кого-то вопросы? Все, пошли вопросы по отелю Ниджат. Расположить. Где отель находится? Отель, да. Сейчас я вам покажу. И по питанию был вопрос. Сейчас я вам покажу. Отель тут был. Отель находится в северной части, севернее от Баку. Где-то час-час половиной езды. То есть тут в среднем указана скорость при помощи карт Google, но за час-час 20 минут можно добраться. В северной части страны находится, среди гор, в очень красивом месте. Питание для медицинских гостей, питание оно трехразовое, буфет, шведский стол, обед, завтрак, обед, ужин, а также есть ресторан по системе а-ля карт. То есть гости, которым не нравится буфет, но такого еще не было в основном, они могут поесть, заказать себе дополнительную, то есть еду. Развлекательная программа вечерами есть. Каждый в низкий сезон, каждую пятницу и субботу, в основном в субботу, бывает живая музыка, а также развлекательная программа для детей. А летом, то есть начиная где-то с июня до конца августа, даже до середины сентября, каждый день бывает живая музыка. Живая музыка, сейчас я вам покажу. Живая музыка, она проходит, мы специально ставим вот в этой части, левый, в нижнем углу есть место около бассейна, то есть бассейн вечером закрывается, и там бывает живая музыка, мы ставим столы, стулья, убираем лежанки рядом с бассейном, ставим столы, стулья, и там очень, то есть красиво, под открытым воздухом бывает развлекательная программа. Прайс... По поводу вопроса по женским заболеваниям, да. К сожалению, у нас нет гинекологической службы, то есть мы не лечим гинекологических больных. Но женщины с патологией мочевыделительной системы, то есть с камнями, с циститами и недержанием мочи, вот такие женщины могут, то есть мы можем лечить таких больных, могут приезжать. Потом, сколько процедур входит, это зависит от выбора, то есть пакета. То есть у нас 3 различных интенсивности есть медицинские пакеты. Называется Basic, Standard и Intensive. В основном я бы советовал вам стандартный пакет. Туда входит 3 процедуры бесплатные на каждый день. То есть, например, на 10 дней, если вы взяли, независимо от того, что там входит воскресенье, суббота, то есть вы будете получать 30 бесплатных процедур физиотерапевтических. Потом. По-моему, мы можем послать вам дополнительный. Я пошлю. Еще был вопрос, да, на основной, на какое лечение? Да. Основное направление урологическое, то есть плюс гастроэнтерологическое, это основное. Но учитывая то есть те физиотерапевтические методы, которые мы имеем, мы можем, то есть лечим, не только можем, мы лечим болезни опорно-двигательной системы, то есть суставные проблемы, плюс некоторые неврологические проблемы, как нейропатия, невралгия, вот такие вещи тоже лечатся здесь. Да.
Касательно трехразового питания, то есть у нас в этом году обычно цены каждый год отели повышают. Мы в этом году на медицинские именно цены сделали скидку, то есть $10 по сравнению с 2022 годом стали цены ниже. И когда вы бронируете медицинские пакеты, там все трехразовое питание, Марина, бесплатно, то есть уже входит в стоимость пакета. И как наш доктор сказал, в зависимости количества процедур входит в зависимости от выбранного пакета по интенсивности. Базовый – это один пакет. Стандартный – 3, интенсивный – 5. Профилактика заболеваний, да, проходит, и для профилактики заболеваний у нас есть специальный такой пакет, базовый пакет, то есть если вы можете приехать на месте, туда входит одна процедура, на месте посоветоваться с врачом, сдать анализы, а после этого уже на месте решить, вам доктор посоветует, нужна ли вторая процедура, хотите ли вы ее брать. То есть так для профилактики можно взять базовый пакет. Да, проходит. И еще один вопрос. Лечение на втором в Гашалты отель. У нас название отелей Гашалты и Галалты похоже, но Гашалты, он находится в Нафталане, а Галалты находится в другом конце страны. То есть это два разных отеля. Да, в Гашалты лечат Нафталаном кожное заболевание. Это верно. Но Гашалты другой отель в нашей сети. Вроде бы ничего не пропустили с вопросов пока что. По поводу серьезных заболеваний, я же уже повторюсь еще раз, да, опять говорю, что серьезные заболевания, то есть мочекаменная болезнь, цистит, пиелонефрит, ну не острые стадии, конечно, вот такие болезни мочевыделительной системы, потом заболевания желудочно-кишечного тракта, серьезные заболевания, как говорить, вот эти вещи, да, лечатся у нас, плюс... Как я уже сказал, заболевания опорно-двигательного аппарата, заболевания неврологической, периферической неврологической системы тоже лечатся у нас. Коллеги, спасибо большое вам за ваши вопросы. Мы ждем еще. Наши коллеги с радостью на них ответят. Спасибо вам, Ольга, что вы присутствуете сегодня на нашем вебинаре. Коллеги, да, не стесняйтесь задавать вопросы. Обычно, то есть часто бывают вопросы про санаторно-курортные карты, то есть всегда, когда мы на выставках бываем в Казахстане, то есть санаторно-курортные карты, они не требуются, они приветствуются предыдущие, но они не обязательны. Также, коллеги, пока вопросов нет, хотела сообщить вам крутую новость. Отель, санаторий предоставляет нам ваучер на одну ночь для двух человек на базе питания Pullboard. И механика розыгрыша у нас прежняя. Вы сажаете первую заявку на данный отель и получаете ваучер. Отсчет ведется с сегодняшнего дня с 2 часов. С 2 часов, да. И опять-таки заявка должна быть полная. Просто бывает уточняют полный тур на представленный сегодня отель. То есть заявка должна быть... Я вашу внутреннюю... Извиняюсь. Извиняюсь, там есть какая-то ошибка, по-моему. Нет, я говорю, что да, мочекаменную болезнь мы лечим, но вода тоже может двигать камни в желчных путях, которые чреваты с очень резкими осложнениями, даже может вызвать панкреатит. Это другие камни. Камни в желчных путях, они только могут удалиться хирургическим путем, то есть их вообще в мировой практике нет такой практики, что кто-то, как говорится, лечил их такими методами. Хорошо, это другие камни. Я говорю, мы лечим мочекаменную болезнь, не желчно-каменная болезнь. Это совсем другое заболевание. Я думаю, что этого достаточно. Нина Хан, понятно, да, все? Нина, спасибо большое, что вы задаете вопрос. Там тоже бывает, что некоторые не совсем понимают разницу, но сегодня у нас есть главный врач, который нам все разъяснит. Коллеги, если у вас есть еще вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать. Мы все во внимании.
Так. Контактами Ninjata я поделилась. Закрепила их, чтобы вы не потеряли. Если вдруг у вас появятся еще вопросы, вы можете их лично задать представителю отеля. Что по инфраструктуре рядом, да? Да, по инфраструктуре рядом. Отель, он находится на горе, там есть рядом поселок, там есть маленький супермаркет, там есть рестораны, тоже 2-3 ресторана есть, да. Есть, рядом есть где-то 20 минут, полчаса езды на машине, есть город, называется Сиазян. Там есть вся инфраструктура, которая нужна, а так рядом близ отеля. В отеле в основном все есть, но близ отеля, прям в пешей доступности, есть магазин, есть рестораны, но если уже что-то нужно покрупнее или специфичное, то уже есть город рядом, где-то 20 минут, полчаса на машине, и вы там будете. А с каких лет детей принимает отель? Спрашиваю. Детей принимают прям... Если лечебная процедура, то с 12 в основном, опять-таки, как доктор сказал, зависит от диагноза, но в основном с 12, а так, то есть не лечебное направление, прям с нуля с рождения можем принять. Сколько стоит такси в город и сколько занимает дорога? Все зависит, опять-таки, от машины, которую машину вы арендуете. В среднем ну, стандартный класс занимает где-то местные люди там отвозят за $50-60, в зависимости от точки в городе, в которую вы едете, за $50-60. Расстояние, смотрите, можно доехать за час, если вы выйдете утром и то есть, поедете в то время, когда в городе нету час пика. То есть если вы выйдете в 4-5 часов вечера, когда собирается... При въезде в город Чизпик, да, тогда вы доберетесь за 2-2 часа с половиной. То есть в зависимости, когда вы выйдете. То есть если без пробок, то час, ну, в среднем час с половиной. Если взрослые на процедурах, за детьми есть ли услуга няни, чтобы оставлять детей во время процедуры? Там есть, да, отдельная комната и став. То есть есть, бывает человек, который да, там детей оставляют, и они уже там все вместе в общей комнате играют. Но это во внутреннем помещении. Коллеги, спасибо большое за вопросы. Мы ждем еще. Если вдруг мы пропустили какой-то вопрос, пожалуйста, продублируйте. После вебинара я разошлю материалы вебинара, запись и дополнительные материалы по списку лечебных процедур. У вас все будет, вы не пропустите. Спрашивают, номерах максимальное размещение сколько человек? Номера есть разных категорий. Есть виллы, в которые можно поместиться там человек 10-12, но в стандартном, то есть номере, базовом номере с легкостью может... Трое взрослых и один, то есть четверо могут поместиться, при условии того, что двое спят на основной кровати или основных кроватях класса твин, один ребенок спит на диванчике или уже ребенок или взрослый на дополнительной кровати. То есть номера, они достаточно большие, они комфортные, там 35-40 квадратов, и у всех номеров есть балкон. Спасибо большое. Пожалуйста. Есть сьюты, например, в сьютах может побольше человек разместиться, там 5-6 человек может в сьютах разместиться. Потом, то есть у нас заселение в отель в 3 часа, но когда иногда бывают полетные данные, то что гости могут приехать в 9 утра, в 10 утра, с этим моментом, то есть мы очень стараемся помочь, мы учитываем, что гости приезжают на лечение, и это в основном люди средних, и, то есть 40 плюс лет, 40-45 плюс лет, и мы то есть, стараемся им дать комнату с бесплатным early check-in. То есть если будут гости, которые по причинам полета прилетели рано и будут в отеле пораньше, то есть можете обращаться мне или то есть, в ресепшн, то есть с этим вопросом старайтесь помочь. То есть если комната есть, мы не держим ее до 3 часов, чтобы 3 часа стало, мы ее вам предоставили. Если комната есть, она да, в порядке, мы сразу ее предоставляем, то есть, чтобы гости чувствовали себя комфортно.
Ну и late check-out то же самое. Если гость подойдет, у нас низкий сезон, скажет, что у меня вылет в 6 часов, мне надо выписаться в 2 часа или там чуть попозже, чуть пораньше, то есть мы можем с этим вопросом тоже помочь. То есть мы именно для гостей, которые приезжают с медицинскими целями, очень flexible. Но для гостей, которые именно стараются купить путевки, для того, чтобы был эффект, старайтесь продавать где-то минимум 10 дней, 10-14 дней. У нас бывают различные промо-акции по медицинским направлениям. Вот сейчас у нас на апреле-май есть промо 6+1, то есть оно очень популярное. 6 ночей бронируйте, одна ночь бесплатно, она ко всем трем пакетам относится. То есть очень такая хорошая акция, очень много людей бронирует. А также на данный момент мы в этапе тестирования есть кратковременные лечебные пакеты, то есть это 2 ночи, 3 дня, более с профилактическими вот целями спрашивали, то есть могут гости до конца мая. Если они успешно будут, продажи будут успешны, я думаю, что мы с доктором поговорим, их тоже продлим. То есть на данном этапе это такой пилотный проект, кратковременное лечение. Сколько длится эта акция? 6+1, она пока что до конца мая идет. Она идет до конца мая. Питание у нас есть для всех, все есть. То есть в буфете есть диетическая секция. Там есть, в основном бывает 1-2 вида гарнира, 1-2 вида основного блюда, но также в салатных секциях там есть овощи, салаты без майонеза, то есть диетическим направлением у нас очень, учитывая лечебное направление, у нас учитывается. А буфет сам он очень богатый, там 2 вида супа как минимум, 3 вида, за исключением то есть диетической секции, 3 вида еды, то есть там всегда бывает мясо, рыба, курица, то есть и 3-4 вида гарнира бывает. Для детей детское питание в буфете, да, имеется, то есть обычно там бывает картошка фри всегда, маленькие бургеры, там детское что-то всегда имеется, то есть повар учитывает это питание, сколько всегда имеется репорта в отеле, то есть сколько проживает взрослых, сколько проживает детей, и повар на основе этого уже то есть, готовит свою еду. Когда в субботу-воскресенье обычно детей бывает больше, так как местный отель находится близко, местно приезжает, то есть для детей в субботу-воскресенье более богатый ассортимент, чем в остальные дни. На все три вопроса ответил. Отель, да, работает он круглый год, имеются сезоны. Летом это считается высокий сезон, май, сентябрь. Средний сезон, а остальные все месяцы – это зимние месяцы и октябрь-ноябрь. Это уже то есть низкий сезон. Мы обычно советуем лечиться в низкий сезон. Почему? Потому что гостей бывает меньше, медицинский центр нагружен бывает меньше, и цены бывают более доступны. То есть по сравнению с высоким сезоном, там 30-40% в цене бывает разница. Ну и в низкий сезон промо больше бывает. Секундочку, я упустил. Круглый там все, на этот вопрос я отвечу. То есть отель, он достаточно новый, был открыт в 2015 году, он 5-звездочный, не брендовый, но сервис достаточно на высоком уровне, то есть можете смело советовать своим гостям. То есть сейчас у нас, так как Трускавец не работает, очень много гостей из Казахстана приезжают, а также у некоторых не имеется информации, то, что такой отель есть Гал-Алты, если, например, вам приходят с почечными заболеваниями, можете смело их направлять в Гал-Алту. Если в чем-то не уверены, есть какие-то документы по лечению, можете отправить мне то есть эти документы, мы с доктором их посмотрим и уже скажем, что да, нужно ехать к нам или же нет. Зимой у вас... Я был в Казахстане, там я видел минус 25 в ноябре, то есть у нас... На горе минус 5-10 бывает максимум. То есть для Казахстана это не холодно вообще. То есть тепло зимой по вашим меркам бывает. То есть и отель, он хорошо отапливается. То есть с этим проблем вообще никаких нету. Билеты,
Бювет, не, это мельдом, я не понимаю. Бювет, да, вот то, что на картине, это бювет. Да, там электронная версия есть, то есть вы можете выбрать температуру и объем воды, который назначил вам врач, и можете просто нажать кнопку и взять опять вот заданной температуре, то есть воды в достаточном количестве. Да, это бювет, вот, который вы видите. Да, касательно температуры в сентябре, то есть это зависит, но в начале сентября, то есть бывает достаточно жарко. У нас еще в это время лыжер-сегмент продолжается. Где-то до середины сентября погода, она хорошая бывает. А бассейны, к сожалению, они не с подогревом, то есть внешний бассейн не с подогревом, но так как мы обычно во всем Азербайджане бассейный сезон закрывается в конце августа, но так как погода бывает хорошая, гости из СНГ до конца сентября у нас купаются в бассейне. Если погодные условия не позволяют внешний бассейн, то внутренний бассейн он всегда работает. То есть гости могут искупаться во внутреннем бассейне. Вода, она, то есть обычно вода, для всех, как и во всех бассейнах, она не лечебная. Я очень извиняюсь, я точно не знаю, какого типа там есть механизм подогрева, но... Обычно температуру каждый день измеряют. Там обычно бывает вода 28-29 градусов тепла. Вот так бывает вода. То есть достаточно... Во внутреннем бассейне, да? Да. В Каспийском, да. В Каспийском море купаться можно, да. Я бы сказал, рядом с отелем, который пляж, ну, ближайший пляж, он да, более даже считается, потому что южная часть моря, где Баку, она более загрязнена на нефть, а северные части, они более являются чище, там по воде, то есть лучше, да, пляж считается лучше. Благоустроенный пляж, есть пляжи с инфраструктурой, так как они не относятся к отелю, там есть, можно прийти просто искупаться и вернуться назад, а также есть пляжи с инфраструктурой, это уже в зависимости от запроса, там имеются места. То есть дикий пляж и есть пляж, где есть комплекс определенный. Пожалуйста. Пожалуйста. То есть я касательно воды в бассейне тоже ответил. Она сама обычно, ну, в километрах точно сказать не могу, потому что я ехал туда на машине. Где-то 25-30 минут, да, доктор, если не ошибаюсь, примерно? Да, приблизительно. Плюс-минус, да, так будет. Потому что там, когда с горы спускаешься, на низкой скорости спускаешься, и так едешь 25-30 минут, да, но расстояние, оно короткое. До аэропорта, если от аэропорта где-то в самом худшем случае 2 часа, потому что аэропорт находится не в городе, на противоположном конце, то есть, нужно приехать сначала через город, приехать в отель, и это в среднем занимает 2 часа, около 2 часов. Где-то 20 минут, полчаса до города, и оттуда час с половиной до отеля. Вроде бы. Занимать дорогу, все это тоже ответили. Коллеги, пожалуйста, подскажите, есть ли еще вопросы? Если вопросов нет, то мы будем завершать вебинар. Благодарю сегодня наших представителей отеля за то, что ответили очень подробно на вопросы. Вопросов было много, они все были активны. Коллеги, спасибо вам за них. Повторюсь, материалы после вебинара вы получите, контактные данные я уже отметила. И повторюсь, что мы разыгрываем ваучер на одну ночь для двоих на питание full board. Условие: тот, кто первый посадит полный тур, представленный отель, тот и получает ваучер.
Более подробно я разошлю в рассылке всю информацию, поэтому вы ее не пропустите. Так что, наверное, мы будем уже завершать вебинар. Спасибо всем большое за участие. Спасибо. Если что, да, мои контакты есть. Если вопросы будут докторам, можете писать или писать, звонить мне. То есть я вас перенаправлю на докторов для более детальной медицинской информации. Коллеги, спасибо вам большое. Вы супер. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что наш вебинар сегодня вам всем помог чуть более точно узнать о данном санатории, и вы будете отправлять туда своих туристов. А наша принимающая компания «Рустар» вам поможет организовать отдых там. Чуть более подробно вам об этом расскажет. Если вдруг у вас появятся вопросы, не стесняйтесь их задавать нашим коллегам отдела продаж. Ну все, коллеги. В принципе, на этом все. Всем хорошего дня и увидимся завтра на третьем вебинаре. Все, спасибо всем за участие. До свидания. До свидания. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Да, конечно, Раушан, мы сегодня в течение недели будем публиковать всю информацию по Азербайджану, рекламу по отелям представленным, поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на Telegram. Сейчас я покажу вам QR-код, чтобы подписаться было удобнее. Вот. Второй QR-код — это Telegram. Вся информация, в том числе красивые истории по Азербайджану, они все публикуются там. Не пропустите их, пожалуйста.